Алло. Алло, милый, ты где? Я на работе, я занят, не звони мне. Алло. Когда ты будешь дома? Не знаю, попозже, давай. Алло. А что ты там делаешь? Да занят, я тебе говорю, не звони мне. Что еще? А что ты не говоришь, что ты меня любишь? Я тоже тебя люблю, не звони мне, я занят. Да. Хлеб купи, когда домой будешь идти. Да куплю. Не звони мне, говорю, я занят. Алло. Что еще? А ты знаешь, что к нам в гости приехала моя мама? Да я знаю, знаю. Скажи ей, пускай не шевелится, сука. Алло, я после операции приехал. Ты можешь встретить меня на вокзале? Вообще-то я ногти делаю. Дома жрать нечего. Может, кушать приготовить? Я ногти делаю. Ты можешь прийти помочь мне искупаться? Я делаю ногти. Продуктов домой купил. Помоги мне их разгрузить. Занята, ногти делаю. Меня в тюрьму посадили. Я занята. А что ты делаешь? Ногти делаю. Я же не могу бездельничать. Что делаешь? Время нет ни на что. Я делаю ногти. Я делаю ногти. Ногти. Это ногти. Ты можешь прийти дочке памперс поменять? Она обкакала. Попозже приеду. Я на ногти опаздываю. Ты куда едешь? Вы что, так и похороните без маникюра? Это что за ебанашка? Это ее маникюрщица. О, есть номер ее? Да. Хорошо делает ногти, Саша. Да, очень хорошо делает ногти. Жинке надо. Она так ногти Саша, делает, весь город у нее. Скинешь мне, я тогда Жинке отправлю. Да, тоже. Она очень хорошо делает ногти. Спасибо. Тогда соболезную и пойду Жинке номер. Так, это ваш ребенок? Нет, я первый раз его вижу. Ну, допустим, наш. А что? Так ваш или не ваш? Наш. Вечно ты меня, блядь, подставляешь. Посмотрите, что ваш сын скачивает из интернета. Так это же ваша дочь снимает. Я знаю, что это моя дочь снимает. Только моя дочь снимает это платно, а ваш сын скачивает бесплатно. Моя дочь что, просто так это снимает? Слово пацана смотрел? Ты слово пацана смотрел? Алло, да. Алло, привет, ты слово пацана уже смотрел? А ты слово пацана смотрел? Господи, мам, и ты туда же. Здрасте. Куда едем? Боровского. Слово пацана смотрели? Пацаны, я пришел. Слово пацана. Слово пацана. Алло, это центральное телевидение? Да. По всему земному шару, да? Да. А не могли бы вы всю неделю палец по телевизору показывать на весь земной шар? Вот так вот? Да, вот так пойдет. Доброе утро. Ты видел по телеку палец показывают? Скоро вторая серия. А вы видели по телеку палец показывают? Палец уже третья серия. Ты видел, сейчас палец показывают? Да. И что, тебе нравится? Ну так себе, ничего. Палец. Здравствуйте. А мясо свежее? Не, у меня только мороженое. Ладно, давай мороженое. Держи, брат. Спасибо. Порубить тебе можно? Не надо, спасибо. Любимая, я с работы пришел. Есть что-нибудь пожрать? Да, гречка. С чем? С чем я тебя и поздравляю. Здравствуйте, можно? Да, конечно, заходите. Ой. Что у вас случилось? Да у меня что-то спина стреляет. Давайте посмотрим, что у вас там. Да, спина стреляет очень сильно. С самого утра. Ой. Милая, любименькая моя, я с работы пришел. Есть что пожрать? Ой, я ничего не приготовила. А ты что, опять на Вайлдберрисе была? Нет. В соцсетях лайки ставила, да? Нет. На ногти ходила, да? Да нет. Опять сторисы смотрела? Нет. Селфи делала, да? Нет. Хорошо. А почему тогда дома нечего жрать? Потому что я отдыхала сегодня. Зачем ты переключил? Я же тоже смотрю. Клюквенный щербет. Алло, братан, здорово. Алло. А как сделать так, чтобы люди не думали, что я тупой? А тебе нужно защитить докторскую. На, по-братски, остановись, не режь колбасу. Ну все, я защитил докторскую. Алло, милая, отвори мне дверь.
сейчас отворю. Что ты сделал? Ты сама попросила отворить дверь. Вот вареная дверь, блядь. Да ебалась до меня, слушай. Без денег ничего не делаешь целыми днями, только спишь сутками. Слушай, что ты до меня докопалась, с кем хочу, с тем и сплю. Блядь, ну что опять у тебя? Да пойми ты, мне важно, чтобы ты демонстрировал при всех, что ты неравнодушен ко мне. Заебёшь, блядь. На. Спасибо, 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 спасибо. Сегодня стало известно, кто на самом деле убил президента Кеннеди. Его звали. Почему он это сделал, узнаю. Кто на самом деле убил президента Кеннеди? Его звали. Убил президента Кеннеди. Его звали. Убил президента Кеннеди. Его звали. По-братски. Убил президента Кеннеди. Его звали. Ты можешь потише немножко? Сегодня стало известно, кто на самом деле убил президента Кеннеди. Его звали. Сегодня стало известно, кто на самом деле убил президента Кеннеди. Да ты меня достала! Сегодня курс биткоина... Так, стоп! По-братски! Мне просто дома жена не говорит послушать, как звали того, кто убил Кеннеди? Его звали. Спасибо. Я надеюсь, моя жена дала вам послушать. Можно я у тебя в машине покушаю? Ешь, конечно, без проблем. Спасибо. Один раз попросила покушать, не то... Почему мы всегда смотрим то, что тебе нравится? Включи что-нибудь другое. Ладно. Опять драки. Включи что-нибудь другое. Я не хочу смотреть футбол. Я не хочу смотреть драки. Формула-1 лучшие заезды. Продолжается соревно, но уже другой. Ты что, тупой? Я не хочу это смотреть. Включи что-нибудь для меня. Хорошо. Смотреть тупорылый тёлочный сериал онлайн. Ты что, охренел? Ты на что тут намекаешь? Ты что считаешь, что я тут? Мурилу Бенисио, Джованна Антонелли, Вера Фишер, Реджинальдо Фария, Даниэла Эшкобар, Адриана Лесса. Ты где был всю ночь? Я был с друзьями. И что вы там делали? Пиво пили. Что, прям всю ночь? Ну да. Почему ты не брал трубку? Я тебе звонила 666 раз. Там было не слышно. Говорила мне мама не связываться с тобой. Да хватит плакать, я тебя прошу. Можешь говорить потише, из-за тебя ребенок проснулся. А что ты мне сразу не сказала, что твоя мама приехала? Мама, иди спать, пожалуйста. Все, мы расстаемся, я ухожу от тебя. На, возьми, купи что-нибудь себе. Ой, спасибо. Спасибо, любимый, я тебя очень люблю. Ура, тебе купим. Твари Сталина на вас нет.